Юля, не поздно ли в 48 заниматься гимнастикой для лица? На самом деле, видимо, вопрос от подписчицы, которая недавно со мной, потому что в этот момент я говорю всегда, никогда не поздно, никогда не рано. Я рекомендую начинать заниматься гимнастикой примерно в возрасте, ну, близким к 30 годам. Ну, а заканчивать гимнастику... Заниматься гимнастикой просто невозможно никогда. У меня была самая пока что взрослая выпускница, ей 74 года. И из-за того, что лицо уже более возрастное, у нее получились очень крутые результаты. Поэтому 74. Я не знаю, можно сказать либо всего лишь 74, либо уже 74. И выбор только за вами, как выглядеть в этом возрасте. Чтобы вам говорили, тебе всего 74, либо вам говорили, вау, тебе уже 74. Поэтому чем раньше начинаешь, тем лучше. Я начала в 25 лет, как-то так все сложилось, не знаю, видимо, знаете, высшие силы, Бог меня вел на эту тропу, на этот путь, и в 25 лет я познакомилась с гимнастикой для лица, и с тех пор я с ней дружу достаточно интенсивно.